В начале апреля авиасообщения с другими странами закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому студенты из Монголии не могли вернуться домой. Но по поручению главы Бурятии 126 иностранных студентов отправили на родину. Вы, Алексей Скамбоевич, оказали поддержку возвращающимся на родину монгольским студентам, обучающимся в российских высших учебных заведениях. Во многом благодаря этому они благополучно добрались до дома. Возвращение на родину из Москвы осуществляли через внутренний спецрейс одной из авиакомпаний. Так студенты добрались до бурятского аэропорта Байкал, а там их уже встретили автобусы и машины сопровождения, выделенные Министерствами культуры, спорта и молодежной политики, а также Министерством туризма Бурятии. Итого 4 автобуса мы направили с продуктами, там, сухпайком, с продуктами питания, защитными масками, с водой. Смогли доставить вот это все нашим монгольским детям и довести их до Кяхты. Ну и там уже наш МИД российский, погранслужба, таможня тоже посодействовала, чтобы быстро наши ребята перешли границу. Это дети, во-первых, да, дети у нас у всех, и мы прекрасно понимаем, насколько сейчас сложно действительно в мире передвижение, ограничения, все вопросы, связанные с безопасностью. Поэтому другого решения просто не было быть принято однозначно. Отметим, что все машины после транспортировки продезинфицировали. Валерия Каратуева, Сергей Медведев. Новости дня.